Любовь – это как мясорубка. Потому что хочется обнять, а потом раздавить. На кухне можно найти много чего. Напоминает мою бабушку и дедушку. Когда моя мама веселая, она похожа на бенгальский огонь. А родители очень сильно переживали и пытались меня найти. С одной стороны, мне приятно, что меня хвалят. Это единственная комната, где папа разрешает кушать. Пару минут она как будто что-то выжимает. И потом стоит тишина. Потому что, да, хочешь извиниться, она иногда может просто молчать.